Всем привет, ребята! Ну что, сегодня у нас обзор на очередного имба-героя в имбовой прокачке бездонатного, очень крутого героя для бездоната, для прохождения подземок. Раньше, когда-то я вам многим проходил подземки именно с Одером против черепов, пятая кошмарка. Герой обалденный, вот такая вот у нас будет сегодня сборка на тесте с порочным пактом на максимальный урон. Плюс панчбокс, вот такие у него статки. Как видите, бонусами дофигища, как и у всех 20-го прорыва героев. Плюсуется хп и атаки. Грубая сила. Плюс у него доспех. В снаряге у нас он прокачан. Сейчас посмотрим как. Ну, такая вот сборка. В общем, очень обалденный герой. Сейчас мы его затестим, посмотрим, что у нас покажет. Так, окей. Герой, скажем так, востребованный, но давно он себя изжил, так как и многие герои. Но не настолько он стал актуальным. Есть намного круче героя, которые его просто вытеснили с основы. Такс. Давайте посмотрим против Бигфута. Вот видите, раз и все. Смотрите, слил Бигфут, добил. Казалось бы, блин, столько хп, а смотритель процентуально сносит. Герой дальней атаки. Сейчас он перевоплотится. Не знаю, сколько тут атаки у него. Но, по идее, он должен дамажить очень круто. Ну, как видите, проседает. Ну, такая сборка, что он себя вряд ли отхилит. Давайте уберем панчбокса, поставим лучше ангела, потому что у него еще и пониженный входящий урон. Можно было бы, конечно, убрать. Так, не пробую. Убираем панчбокса. Вот сейчас он должен себя получше чувствовать. Ну, опять же, он стычки практически выносит. Вот видите, раз, два, три и все. Нету вариантов. Это чисто такой вариант, ну, где-то на PvP локации, если он будет сзади тащить. Поехали. На самое интересное, поехали на подземки. Сейчас посмотрим, что он тут будет делать. Имеет иммунитеты, ну, как видите, выносит он, конечно, жестко. Можно было бы ему еще победный затащить. Так, смотрим внимательно, что у нас получается по урону. Так, надо, чтобы он включил свой скилл. Вот, отлично. Ну, так ничего выносит. 770. Не видел я, сколько он там дракона бахнул. Ну, бахнул прилично. 500 отхил. Ну, в районе 2 миллионов где-то крит будет. Ну, даже 1 600 000. Ну, как видите, он с такой сборкой проседает очень. Ну, отхил неплохой такой. 2 миллиона почти. Ну, не максимальный урон, но я вам скажу, его качать смысла нету. Как видите, он не настолько трешовый, как другие герои с 20-м прорывом. Я вам уже это показывал. Есть герои, которые просто израсходуют. Но у него есть свои плюсы, особенно для бездоната. Это реально классный герой для прохождения именно подземок. Давайте сейчас попробуем с магией. Но опять же, он очень проседает. Кошмарка пятая, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот тут у нас черепа. Ради интереса сейчас попробуем, посмотрим. Видите, он даже не бьет. Стоит просто тупо в стане. Ничего сделать не может.
бестолковый. Поставим ему сейчас слона, он все равно будет сливаться. Даже можем не так сделать, давайте не так сделаем. Поставим железную волю от стана. Это будет поинтереснее, думаю. И оставим ангела. Их-то 18 секунд мы выиграем. Ну, сейчас, по идее, он должен их разносить тут вовсю. Ну, урон теперь, да. Смотрите, что он делает. Ушатал просто. Ну, зона атаки у него, как видите, бешеная. Но опять же, слили. Такой вариант хорош, когда у вас будет бафера будут, то есть максимум. Давайте сейчас попробуем с ворожаем. Может, хоть так он будет тащить. Давайте тут ворожая кинем, пусть зарядится. А тут его... Вот череп. Череп просто ушатал ворожение. Включился, череп ушатал. Вот так вот. Если вы ожидаете от него что-то такого там сверхъестественного, это не тот герой, который на сегодняшнее время будет у вас тащить. Да, он будет на начальных этапах очень помогать в прохождении подземок, но не более. Давайте здесь потестим. Более-менее слабые противники сейчас. Так, где-то я уже его пропустил. Топовая сборочка для него, для того, чтобы он нормально урон держал, это все-таки СО ставить. СО нормально будет на нем смотреться. Я когда-то его тестировал с огненной защитой. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, а так более от него. Что-то больше ожидать даже не стоит. Скорость атаки у него вообще чудесная. Сейчас посмотрим против ПБшки. Ну, ПБшка, наверное, с Фрейя сейчас его просто разнесут. Ну, вот видите. То есть его это никак не спасает. Это, скажем так, даже больше вспомогательный герой, чем такой основной. Но тут он, конечно, практически раздал. Ну, Смотритель помог. Вот смотрите, Смотритель ударил, больше половины жизни снял. Вот так вот. То есть против Смотрителя приема никакого нет. Вас не спасут там ни прорыва. Ни... Ну, конечно, прорыв как бы дает чуть-чуть. Преимущество в том, что... Вот сейчас посмотрите. Вроде круто, но слился очень быстро. Преимущество в том, что у вас чуть-чуть больше жизни останется после встречи там с героями. Вот так вот. Поехали, да. Поехали дальше. Так, где там он у нас? Поехали на экспедицию. То есть, как видите, сборка с пактом не заходит так, как хотелось бы. Да, она крутая, урон бешеный. Но толку от этого урона, если герой у вас проседает, там сливается за пару секунд. Тем более он будет сливаться. Вот смотрите, Фрейя сейчас, наверное, скорее всего, у нас просто сольют. Зайдем, попробуем кого-то другого. То есть герой классный для начальных уровней. Дальше я, честно говоря, его не использую, и смысла в нем не особо пока вижу. Есть локации там, где он, возможно, будет нужен или нужен кому-то. Но в топе, тот, смотрите, вроде так шатает, круто, урон крутой, все, но это не то. Вот сейчас Фрейя просто тупо опять сольет. Все. Нет героя. Такс.
Хорошо, с этим разобрались. Поехали, потестируем его по локации, на забытой. Посмотрим, что он тут сделает. И хотя я думаю, он тут ничего не сделает у вас. Даже мы сейчас... Давайте изначально такую попробуем сборку. Ну, смотрите, тут, конечно, красава. Жестко-жестко. У него встроенный перс, то есть скорость атаки у него бешеная. Урона тоже у него очень много, если он включает свой скилл. Но сливается, как обычно, на отражалке очень быстро, поэтому рунами можно даже ему ставить ПДшку, либо талантом даже можно пробовать. Зависит от того, что вы хотите получить от него. Но все же, опять же, лучше баст поставить, там будет хоть жизнь. Пакт однозначно ему не заходит, особенно когда смотритель атакует, а потом герои добивают. Даже при такой максимальной прокачке, как видите, он не особо, скажем так, тащит. Можно, конечно, ему наролить уклонение там, но я смысла в этом не вижу. Он не настолько имбовый, не настолько нужный герой, чтобы вливать в него такие ресурсы. Так прокачать его стоит. Особенно без доната стоит качать для подземок. На PvP локации я его не использую. Так, ну что, мы встретим одного хрона с отражалкой, хотя бы посмотреть на отражалку. Вот Асура есть, отлично. Сейчас посмотрим, если он Асуру не сорвет. Вот посмотрите, он практически убился. Но мне победу дали за того, что я всех слил. А первой эволюции героев там была небольшая отражалка на Асуре, он себе практически за 2-3 тычки просто снес. Вот так вот. На скилле он будет себя шатать от любой отражалки. Так, еще один хрон. Ну, так, конечно, он выносит. Урона очень много. Это все временно. Так, отлично. Давайте еще противоатаку попробуем. Вот Ара заблокировал и все. Просто бесполезный. Поэтому это такой не одиночный герой, не тащер, больше командный герой, которого вы можете там использовать на подземках с баферами. Он там будет однозначно тащить. В PvP локациях на втором плане в роли танка он никак не будет. Конечно, зависит все от вашего топа, а так пока применения ему не особо много. Чисто снимать с кого-то бафы, честь черепов там, вот такое. То есть, чтобы особенное что-то в нем было, да, он когда-то был очень крут, было очень круто бегать с ним, он сливал. Я начал играть, когда он только вышел, вот с того времени я играю, до сих пор это помню. Но тогда он, конечно, был трешовый там. Все в шоке были, что череп теперь уже все уйдет в небытие, но череп тогда тащил. А сейчас ни череп не тащит, ни этот герой не тащит, потому что время меняется. И как видите, даже при прокачке, если некоторые герои хоть тащат, то этот не поменялся. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.